Комедия «Игроки» – это преступление и наказание карточных шулеров. История о том, как даже самого закоренелого обманщика можно обвести вокруг пальца. Спектакль идет 1,5 часа. За это время саровчане смогут окунуться в атмосферу 19 века. Характеры и речь героев, костюмы и декорации соответствуют эпохе, которая описана в пьесе Гоголя. Отклонений от текста и современных интерпретаций в спектакле нет, но это не лишает его актуальности. Злободневна ли эта пьеса сегодня? Конечно, злободневна. И не столько игроки, это игроки, которые играют непосредственно в карты, а это игроки, которые мошенники, плуты. Вы посмотрите, сколько нас сегодня окружает плутовства и мошенничества в нашем мире. И вот и наша, если говорить по Станиславскому, сверхзадача постановки и сверхзадача постановочной группы – это, дорогие наши граждане, будьте бдительны. Все роли в спектакле исполнит мужская половина саровской труппы. Режиссер из Екатеринбурга Сергей Аханов работает в нашем городе впервые. Он убежден, что ставить классическое произведение нужно в соответствии с изначальным замыслом автора. Многие режиссеры сейчас вот и в Амхате ставят классические пьесы в современных костюмах, говорят о том, что ну когда-то это было написано. И я приверженец того, чтобы все-таки классику, чтобы она оставалась классикой. Она, если она современна, то мысли, которые в ней заложены, они будут современны. Главные персонажи комедии действуют под девизом «Ловкость рук и никакого мошенничества». Можно ли считать плутовство и обман искусством? Ответить на этот вопрос зрители смогут 6 и 8 марта в Саровском драматическом театре. Для лиц старше 16 лет. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».